усиливать голос граждан. Они сказали, дерите глотку без звукоусиливающей техники. Они нам сказали о том, что если будет использована звукоусиливающая техника, всех нас повяжут. Очень интересно будет посмотреть, как они будут вязать весь возмущенный город, который выступит в защиту тех, кто собрался здесь. Оргкомитетом было принято решение предложить гражданам выразить свое отношение к прошедшему 4 декабря 2011 года. Была оргкомитетом... Уважаемые граждане, в соответствии с федеральным законом номер 54, данное мероприятие является незаконным, несогласованным. Любые дальнейшие попытки его проведения будут пресечены в соответствии с действующим законодательством. Его участники будут привлечены к административной ответственности. К участникам данного мероприятия могут быть применены меры физического воздействия. Требуем прекратить проведение данного незаконного, несанкционированного мероприятия. Уважаемые граждане, в соответствии с федеральным законом номер 54, проведение данного мероприятия является незаконным, несанкционированным. Любые дальнейшие попытки его проведения будут пресечены в соответствии с действующим законодательством. Его участники будут привлечены к административной ответственности. Участники данного мероприятия могут быть применены меры физического воздействия.